Избиение мужчины актюбинскими полицейскими сегодня уже стало достоянием общественности. Инцидент попал на видео, сообщает Тенгри-Ньюс.кз. Запись с камер видеонаблюдения отдела полиции прислали читатели портала на редакционный WhatsApp-номер. На кадрах видно, что сотрудники затаскивают мужчину в здание отдела полиции, затем лежащего на кафельном полу человека начинают пинать сразу несколько правоохранителей. Избиваемый пытается увернуться от ударов, но ему мешают наручники. Столпившиеся полицейские едва не сносят рамку металлодетектора. От падения ее спасают их коллеги. Пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области сообщили, что инцидент произошел в здании городского отдела полиции. 24 ноября текущего года в 15:00 часов в дежурную часть поступило телефонное сообщение от посетителя кафе о том, что в кафе идет драка. На место происшествия направлен наряд патрульной полиции, где последними установлен факт хулиганства. В отдел полиции номер 3 Алматинского района задержанные были доставлены. Это трое участников драки, находящихся в алкогольном опьянении, которые при доставлении в отдел полиции оказали неповиновение сотрудникам полиции. По данному факту начато досудебное расследование по фактам хулиганства, а также уголовное дело по факту оскорбления сотрудников полиции при исполнении ими служебных обязанностей. Задержанные 1992 и 1995 годов рождения были доставлены за совершение ими хулиганских действий. В то же время это не дает права представителям власти действовать такими методами. Руководством департамента полиции Актюбинской области незаконные действия своих сотрудников были резко осуждены и приняты меры реагирования. Все виновные лица, как сообщается, строго ответят перед законом. Ранее в СМИ сообщалось, что в Павлодаре к тюремному заключению приговорили двух полицейских, избивших мужчину во дворе жилого дома. Тогда потерпевший получил перелом двух ребер, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Ирина Гуцель, Алексей Уразов, программа «Факт».